Четвертое правило питания в восточной медицине несколько необычное. Оно гласит, что принимать пищу нужно только сидя лицом на восток. Тогда, если человек находится в этом положении, что с пищей он получает энергию. И нельзя ни в коем случае находиться и принимать пищу лицом на юг. Если человек принимает пищу, находясь лицом на юг, тогда он вместо того, чтобы получить энергию, он ее отдает.